В Британии есть перепись не только населения, но и королевских лебедей. Традиционная процедура прошла на Темзе. Лебеди-шипуны живут на главной реке страны уже как минимум 900 лет. По крайней мере, именно столько их пересчитывают. Специалисты отправились в путь на 6 грибных лодках. Каждую птичку ученые достанут из воды, поставят на весы, измерят рост и проверят, нет ли у нее травм. В случае чего даже отправят в лазарет. Но раньше такое внимание лебедям-шипунам уделяли, потому что они были частью праздничного стола. А вот в чем сейчас интерес, наверное, просто дань традиции.